Добрый день, коллеги. Это моя первая презентация, видеопрезентация, поэтому сильно там не пинайте. Представляю вам приставку. Будет она стоить в районе 1300 рублей. Миниатюрная приставка для цифрового телевидения. Можно использовать как дома. Тут есть еще разъем USB для того, чтобы можно было флешку просматривать. И HDMI выход для того, чтобы просматривать краски на телевизоре. Можно использовать дома. Для этого есть в комплекте СЗУ. Тюльпанчики для того, чтобы можно было подключить к телеку. В данном варианте мы хотим подключить его к автомобилю для того, чтобы смотреть по машине. Это для автолюбителей. Питаться в нашем случае он будет вот таким шнурком USB. В комплекте он не входит. Втыкаем его в 1-амперную зарядку. Откнули. Зеленая лампочка сгорелась. Значит, все включилось, все нормально. Так. Монитор у меня есть от камеры заднего обзора. Подключаем видеовход. Подключили. Секунду. Здесь, видимо, не до конца воткну. Все. Воткнул до конца. Затем, для того, чтобы прослушивать в магнитоле, соорудил такой шнурок. 3,5 на 2 Гц. Затем взял переходник. Втыкаем вот сюда. В магнитолу. Антенна. По поводу цены на антенну я отдельно сообщу. Антенна на магните, можно выводить наружу. Сейчас мы с вами все проверим. Это можно будет аккуратно провести. Сейчас аккуратно проводить не буду. Вот у нас телевидение. ТНТ. Мне просто держу дистанцию. Озвучено по заказу ТНТ в 2016 году. Так, посмотрим. Так. Для любителей отвлечь детей в машине есть вот такой канал, который почему-то не хочет заводиться. Так, секунду. Сейчас кое-что проверим. Так. Ага, питание на антенну надо включить. Включили. Ну-ка проверим. Готово. Нельзя отвлекаться. Так.
для любителей футбола. Матч ТВ. Первый канал. Но это лишь начало долгого пути. Сегодня в России около 30 тысяч детей. В принципе, вроде все. Получилось коротко и ясно. Вот. О дополнительных аксессуарах сообщим позже.